2024 год объявлен президентом годом семьи. В Московской области со следующей недели стартует прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Мероприятие проводится с целью повышения престижа семейных ценностей, ответственного родительства и традиций воспитания детей. Чтобы стать участником, следует обратиться в администрацию городского округа или по телефону 122, далее 6. Лучшие семьи выберут в следующих номинациях: многодетная семья, молодая семья, сельская семья, золотая семья, семья-хранитель традиций. Заявки принимаются с 4 марта до 14 апреля.